Всем привет! Вы на канале Мама и я. И сегодня мы играем в Car Crusher 2. Да, мы играем в эту замечательную игрушку, которая почему-то переименованная на русский язык. И это нам очень приятно. Ох, я лагаю настолько, как лагает игра. Из-за танка. Так, ну, ребят, ну, что мы делаем? Так, давайте дробилочку тоже возьмем. И ее на танке проведем. Что-то я стежки сотворяю. Ну, что вы мне мешаете танка уничтожить? Давай. Давайте 10, 9. Ну не мешай мне! 5, 4, 3, 2, 1. Танк уничтожен. Танк уничтожен. Любым образом, я хоть и умер, дробилка не очень сильно его покоцала, но танк уничтожен. Это очень главное, это самое главное. Так. Ладно. Пока! Нет. Так, я не понимаю, ты чё ко мне прицепился? Легенда Дерби, чё? Он, наверное, настолько прокачан в Car Crusher. Очень сильно. Ребята, я не понял. Нубовская нетруха? Ладно, давайте. Чё? Он сидел. Не, ребята, его сейчас нам просто покоцают. Ой, я тебя пытаюсь спасти! Извини, ничего не вышло, понимаешь? Это очень мощная машина. Тебе нужно было раньше прокачиваться в дерби. А лучше было прокачиваться вот так, потому что ребята уже очень сильно прокачаны. Ну, короче, ты сам понял. Надеюсь, ты слышишь. Так, ребят. Вауч. Нет? Ну ладно, легендарь-белок. Понимаю. Кстати, тут очень часто дробилка спамится. Это, в принципе, мне нравится. Но плохо то, что я отвык. Я тут немножечко поиграл, а потом АФК. Да, яху! Так, разворачиваемся, разворачиваемся. Да. Камни! Камнепад! Так. Есть. Обманываем их вот так. Таким вот пустем. В кого же мы стрельнем? Нах! Мне кажется, мы вообще урон не нанесли. Лучше в этого спотскажи карта стрельнем. Ну, окей. 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 Вот, в легендарного хотел. Хотя это кого волнует? Ой, извини. Нетруха. Очень не важна просто. Понимаешь, сам? Ну, ты, я думаю, ты все понимаешь. Но я не понимаю тех, зачем меня уничтожать, если у меня какой-то бонус. Это очень странно. Я же вам собираюсь помочь, наоборот. Потому что только не помочь, а наоборот его отомстить. Ну вы, ребят, вы чё? Вы понимаете, что я сейчас вас просто раскромсаю? Я сейчас так вы раскромсаю. Чувак, я тебя понимаю. Я тебя понимаю. Хотя... Давайте заманим их в ловушку. Давайте. Понял. Миллиардер. Давай. Двояч! Короче, он победил. Поздравляю, поздравляю. Он АФК, прикиньте. А, нет, не АФК. Ну, поздравляю. Ребят, ну что могу сказать? Поздравляю. Ох, быстро коллизия. Так, мы, значит, 5 заработали. Больше всего нокдаун, больше всего респауна. Где-то разрушено.
МВП. Что такое МВП? Я не знаю. Так, мегакрушитель. Хотя кого это интересует, мегакрушитель? Это... Мне команда больше нравится. Ладно, мегакрушитель. Так, мегакрушитель. Ой, 19. Давайте. У нашего падения будет джугернаут. Нубик. Нубик. Ха. Так, ребят. В смысле? Я что, из группы вышел? Ну, ха. Белас у нас скоро будет разблокирован. Ладно. Что-то я... А, ну точно, я вышел из группы. Ну, ладно. Зайду потом. Ребят, ну Белас тут. Это, в принципе, хорошо. Да, это будет классно. Если бы он не стоил денег. То есть токены. Так, ну Белас. Будет это классно. Да, классно. Я буду, могу респавниться. Это будет реально классно. Так что поехал. Так, я не понял. В каком смысле? Ребят, я... В каком смысле? Понимать, что я заспавнился тут. Ну-ну. Ну, каркрашер баги, конечно, я понимаю. Да, и кружка неплохая. Но этот баг очень ужасный. Тем более в джугернауте. А прикиньте бы, если джугернаут бы так заспавнился. То есть ему просто он сразу бы победил. Сами понимаете. То есть, сами понимаете. То есть, получается, он очень зол. Он ждал этого целых, ну, возможно, час. И тут опа, ну, не так и зареспавнился. Ну, просто я вам говорю, на журналке это очень плохо звучит. Это у меня нормально, хорошо, что у меня хоть есть количество респавнов. Бесконечное, только время надо подождать. Ну, там время немного, а у журналка, ну, респавнов. И дайте угадаю, меня сейчас просто столкнули, да? Меня не столкнули, идеально. А я предсказал, что они меня. Ну, наверняка это произойдет, не знаю, понимаете. А, точно, точно, извините. Я подумал, что это свободная гонка, free for all. Не знаю, как вам, но мне в английском этом было более удобнее, что ли. Так, ребят, мы так джугернаута никогда уж не убьем. Вы чё? Вы чё расслабились? Я со всей силой всю свое мастерство использую. Пытаюсь. По крайней мере, я пытаюсь. Но! Есть. Так, сделали. Есть, тоже сделали. Так, ну это уже более меня. Да, ну сами понимаете, ребята. С одним колесом, конечно, труднее ехать. Но все равно... то есть вот ту сторону... Ну, ребят, мы его никогда не атакуем! Мне кажется, нам эти 19 секунд просто будут... потраченные на зря. Остается только надежда. Только надежда. Все. Ребят, ну тут только надежда, сами понимаете. Ну о чем я и говорил? Тут только надежда осталась. Ну, ребята, ну сами понимаете. Как? Ну, хоть никак зовут. Так, посмотрим сейчас, у кого сколько ребертов. У него есть один реберт. Неплохо. А, нет, у него... Так, ебаный жетон, у него ноль. Ага, то есть три у кого-то есть. Так, темпл, почему не перевели на храм? Не понимаю. Вот, темпл. На храм лучше. Получили за следующей карты. Вот так. Так, то есть, ребят, да, 170 б,
Это отлично. И сейчас раскромсаем всех. На Изи Чамбо. Сами знаете, что такое Изи Чамбо. Все знают. Так, я не понял, ты что быкаешься? Быкаться, ребят? Тут не надо быкаться! У нас есть холодная машина. Это холодное оружие. И у нас, знаете, как атаковать? С разгона. О, как раз толкалка. То, что мне и нужно, ну... Что ты делаешь? Ох, на тебе за это, понял? Понял? Ребят, вы... Ну как? Ребят, ну как с такими сражаться? Ну, я не понимаю. Короче, бан. Так. Ох, ребят, сейчас мы его забаним. Ох, сейчас мы его забаним, ребят. Ну, вы сами понимаете. Блок-плеер. Вот так вот. Камнепад, значит, нужен. А мы тебе его не дадим использовать. Я тебе его не дам. Понимаешь? Просто не дам. Не дам. Ах ты, ребят. Ну, смотрите. То есть, мне нельзя ничего использовать, а им все можно? Мне кажется, нечестно. Мне кажется, это несправедливо. Все было такого только зеленого Мерседеса. Поняли? О, мы будем его так брать. Ну, мне его хочется просто, ну, понимаете, Мерседесом не в кайф атаковать просто. Ну, вот так вот. Ага. Ну, я себе все так сделаю. Думаешь, я тебе все разрешу? Нет, ошибаешься, ошибаешься. Тебя даже подписчики вон уже атакуют. Ребят, он ошибается, ошибается еще сильно очень. Он очень сильно ошибается. Давайте Мерседеса. Ребят, давайте Мерседеса атакуем. Нет, не даем его возможности на камнепад. Ребят, ну просто не даем. Понимаете, не даем. Понял. Ник, сейчас мы тебя рассекретим. Ага, значит, Джуни котик такой. Блок-плеер, все. Уж никого я пока банить не буду. Но если вы ко мне прикосновётесь... Я их баню, я понимаю, что ж, ну да, вы хотите там денег заработать. Но я не понимаю тех, которые уничтожают тех, когда у кого-то бонус. Они же вам собираются помочь. Ага, я вам сейчас вот что сделаю. Понял? Понял? Ребят, я его просто сейчас не дам. Не дам. Нет, какой тебе свободы? Я хочу тебя раскромсать. Вот так вот. Понял? Ребят, вы сами видели. Все прекрасно. Как огуречек. Вот, все. И на танка. Так, молодец, чувак. У нас есть миссия. Убить. Ты еще сидишь? А, ну. Ок, тебя вот я понимаю. Ну да, можно. Мне сейчас можно. Сейчас мне можно, ничего не говорю. Когда я соберу бонус, вы еще заплатите. Вы заплатите. Кнопку сразу на счету. Так. Я тебе ничего не говорю. Я не буду тех бить, у кого бонусов, кроме Мерседеса. Да, Мерседес замаскировался, значит. Тебе надо маскироваться передо мной. Понял? Ага. А, норм. Да. Да, это тот, его можно было бить. Так,
Ребят, ну нет, сменим тачку и все так будет просто. Ночь! Думаешь, все так просто? Понял? Ребят, ну смотрите. В дробилочку. Моя. Поняли? Давайте завершим этого танку жизнь. Давайте. Так, есть! Как я долго этого ждал. Войми. You is very big and you так Juggernaut. Ну, ребят, я, конечно, понимаю, что я кучу секунд, наверное, полминуты где-то потратил, но я ему сказал. Я ему сказал, что он Juggernaut, ну, нормально, с словами. И я хотел, на самом деле, от него уже избавиться. Так, куда ты пошел? Куда ты пошел? Думаешь, уже отвязался от меня? О, ребят, давай! Сломался? Не сломался? Отлично. Значит, я тебя сейчас сломаю. Успею. Надеюсь. Я надеюсь, я успею. Блин. Победил. Неплохо, неплохо. 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 Но, правда, мне кажется, то, что он слишком много уже побеждает. Ну, давайте не спускаем тогда. Ха-ха. 5 магнанов. Вау! Батка, ну как это классно. Больше наноудауны. То есть если 5 машин сокрушил, ребят. Горячая картошка, горячая картошка, горячая картошка. Горячая картошка, майка! Yeah. Классно. Так, выбираем красивую точку. Быструю. Стройную. Так, ну скажу честно. Тут засранец. Так, вот это, в принципе, неплохой, да. Короче, по-моему, так. Погнали. Горячую картошку поиграем. Так, у него бомба. Его бегаем. Ноль пять, ноль три, ноль два, ноль один. Пока. Короче, пока. Так, 14. Нет. Ах ты, значит, передал все-таки. 7. Ей, бомбяшку передал. Блин, на волоске. Я на волоске. Так, давайте. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ночь. Еее. Нет, не дашь. Не дашь. 5, 4, 3, 2, 1. Есть. Так, не у меня. Не у меня. А кто еще остался? Прикиньте. Прикиньте, а я думал. Все-таки легенда побеждает. Ну и мастер дерби. Ага, то есть, ну. Ага. Ребят, ну у нас 124 победы, но вы сами понимаете, это.
Шпилек, чего? Самая длинная проеханная вами дистанция. Среди 9228 шпиля. Чего по шпилькам? Так, арена чаша. Лавовая пещера. Не знаю, как вам, но мне лавовая пещера, ну, пожалуйста. Почему лавовую пещеру не хотят? Там же ловушки, это же интересно. Не понимаю. Ну никто не хочет париться. Ну, конечно. Конечно, никто не хочет париться. Кроме меня. Еще одного. Ну да, тут никак не вылетишь. Ну да, тут никаких ловушек нету. Да, понятно, вы не хотите просто париться. Трудиться. Но за это я вас сейчас накажу очень сильно. Ой! Нет, не сейчас, подожди. Подождите. Наказ? В смысле? Не наказ? Объясни, ты как сделал? Как это сделали? В смысле? О, ребят! Ну, ребят! Сейчас вам не поздоровится. Горячая картошка. Вот это прибор я уже понимаю. Вот это я уже понимаю. Раздавили. Давай. Ох, ребят. Как я люблю на этом кататься. Просто... Щепки раздавили. Для меня это изи. Ага. Давайте. И просто. Ей, успели. Тоже задели. Так, уничтожили. Ну да, вот это я понимаю. Все. Так, секунду. Так, секунду. Оно мне сейчас все пожарит. Это сейчас будет у меня лавовая картошка. Картошка лавовая. Так, давай. Давай. Так, я хочу лаву. Уничтожить просто хочу. Ну, сами понимаете, что хочу сделать. О. Давай. Ну, давай. Включай свое турбо. Так, я не понял. Ты что, так тоже можешь? Ну, спасибо за то, что я теперь быстрее, да? Я тебе ничего не могу сказать. Спасибо, кроме... Очень большое спасибо тебе. Так, ребят. Вы понимаете, что я сейчас R просто сделаю? В смысле? Нельзя респавниться? Чё? Так, уничтожили. Так, ты понимаешь, ты кто вообще для меня? Ты понимаете, вы для меня малявки. Ребят, ну вот это я понимаю. Чё? Сталкивание! И он мне просто наизодолел. А что если машина третьего уровня уже стоит? В смысле, как третьего уровня? В смысле? В смысле? Как? Подожди, чего? Я не понял. В смысле машина третьего уровня уже стоит? Не понял я что-то. Подожди, я вообще ничего не понял. В смысле, как? Подождите, что? Я ничего не понял, какой у меня тогда уровень? Секундочку, я не понял, а какой у меня тогда уровень? Второй, что ли? Не понимаю. Первый? Нет, я не понял, что за уровни? Каркаш, ты что, залагал? Да.
Ребят, ну давай. Те. Так, сломали двигатель и все на изи. Просто сломали двигатель. Ну, ребят, это изи. Он сломал двигатель. А, он не может просто тупо ехать. Да. Просто не может. Ребят, ну давайте уничтожитель. Вау, я тебя хочу раздавить. Давай. Тут просто какой-то ад был сейчас. Ад это какой-то. Нач! Инфернушка! Дядя Хрюшка! Нет, моё! Поняли? Чё? Не моё? Прикиньте, я просто потратил напросто. Это что ещё? Ну, кто знал, что разрушит? И как? Как? Не понимаю немного. Ну ладно, это не важно. Потому что атакующие. Атакующие. Пунч. Давайте. Че? Ну? Ты на огромной скорости гонишь? Но это не проблема, грузовик. Так, я хочу спрятаться в кузове. Давайте. Ой, свободная битва заканчивается. Бунь-нянь-тач. Давайте быстрее, распавнимся. Респавнимся! Респавнимся! Так, есть, есть. Yes! Инфернушка! Маюшка! Фух, не активировал. Чё? Есть! Есть, 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 есть! Ура! Е! Ура! 8 блоков! Если нету, обижайся, как хорошо. Ну какой процент? 20-20. Ну, по-любому. Значит, не я. Все, пока.